солидный призовой фонд IGF для победителей и призеров. Итак, переходим к первому бронзовому матчу в категории до 66 килограммов, в котором встречаются между собой два спортсмена, представляющих команду нейтральных атлетов. Владимир Нусубидзе, судья из Грузии, будет судить поединок за бронзу. Первым показывают Мурата Чапанова в белом дзюдоге и в синем Яга Абуладзе. Сосредоточенные сокомандники выходят для того, чтобы выяснить, кто станет обладателем медали, а кто займет пятое место. Естественно, спортсмены друг друга прекрасно знают, вместе тренируются. В таких случаях секунданты не выходят. Когда из одной команды спортсмены борются за медаль. 25 лет Мурату Чапанову, 47-й номер рейтинга. Пятое место на чемпионате Европы в прошлом году. Душанбе на гран-при серебро. В 21-м году большой шлем в Казани, чемпион. И в Анталии в 21-м году была бронза у Мурата Чапанова. Который... Ух, как хорошо! Чапанов прогибом опрокидывает Яга Абуладзе. Но выворачивается при падении дзюдоист синим. Так, видеоповтор видим. Да-да-да. Видеоповтор запрашивает Владимир Нусубидзе. Только Гадаули забрал грузинский захват. Здесь же быстро вошел в прием Мурат Чапанов. Так, и по результатам видеоповтора в Азаре. Так. У дзюдоиста в белом дзюдоге уже преимущество через минуту. Так, здесь же аналогичным движением отвечает Яго Абуладзе. Хорошо заплел руку, зацепил изнутри, но в промежутке между этими действиями прозвучала команда Мате. Могла бы быть вторая оценка в Азаре в сторону дзюдоиста в синем дзюдоге. Яга Абуладзе, 26 лет ему, 35-й номер рейтинга. И опять атака-контратака. Абуладзе на гран-при в Португалии в этом году чемпионом стал. А на чемпионате мира 7-е место занял в прошлом году. На большом шлеме в Улан-Баторе 22-м бронза. И чемпион мира по сеньорам 21-го года. Так, вторая половина встречи пошла. Счет равный, но у Чапанова еще шидо. Сложную комбинацию предложил Чапанов с упором стопы
Начал в район живота, но получилось где-то в район груди, похоже. Болевые ощущения какие-то у Абуладзе. Бросковые спортсмены, техничные. И за ближайшие полторы минуты протестируют состояние друг друга на сегодняшний день. Быстро вокруг соперника двигается Абуладзе. Но Чупанов все проконтролировал. Не позволил ни бросок выполнить, ни перевести в партер. Так, быстро врывается Абуладзе. Забрал пояс. Поддавил. И пошла последняя минута встречи. Второе замечание получает Мурат Чапанов. Предполагаю, что это его простимулирует активизироваться. И вот он подворачивается через спину вправо. Высекает левой ногой. Две атаки подряд. Сейчас еще атаку нужно ему сделать. И Шида пойдет сопернику. Глубоко зашел, так растянулся Яга Абуладзе. Не хватило тяги руками. Ногами хорошо перекрыл. Так, видеоповтор. Зашел, сбил. Ага, как бы не дайвинг. Угроза собственному здоровью. Дайвинг. Расстроен Яго Абуладзе. Мурат Чапанов поздравляет, благодарит за соперничество. Хорошо отработали, парни. Яго Абуладзе пятое место занимает, Мурат Чапанов третье.